Задание какое? А, да ты чё? Да. Вот я вам сказал, встаньте вот здесь. Вот, можно подхаживать, ребят. Политика партии, конечно, существует. Ну что стоять просто? Да можете походить. К вам это не относится. Где ты плечи поднял? Поднял плечи вверх. Опусти подбородок. Подбородок можешь вот опустить, да. Еще к себе прижми подбородок. Дай свои плечи. Плечи вверх, поднял к ушам. Плечи поднял к ушам. Отпусти руки. И вот твои руки вышли вот сюда. Напряги вот здесь трапецию. Напряги трицепсы. Understand? Напрягая трицепсы, вы можете удержать. Прижимаемся. Раз. 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 Опа. Два удара один, два удара другой. Чисто ставим подставки прям глухую защиту. Разовая ситуация. Давай, давай. Это не вырезать не будет. Конечно, ребят, устает, но группировка. Все по поводу этой. Опусти руки в исходном положении. Короткое движение. Стоя так постоянно, здесь открываешься. Руки тащишь, тоже открываешься. Плечи поднимаешь. Поднимаются плечи, поднимаются руки. Опущенный подбородок. Поднял, закрылся, закрылся. Конечно, это разовая акция, но... Плечи поднять, а не руки, ребят. Заставить поднять плечи, а не руки поднять. Поднимутся плечи, поднимутся кулаки. Если поднимете руки, то плечи не поднимутся. Не суети, мягче. Мягче, мягче. Можешь слабее ударить? Да. Ну так и ударь, ты же сам боишься ударить. И он боится. Вы друг друга, бля, вот так боитесь. Вот и попробуй. Ну ты же понимаешь, где мягко, раз. Вот крути кулачок просто, раз. Скручивай. Фронтально встань, фронтально. Ноги, да, линия. На тебе. О, подними плечи вверх. Вот и все, подбородок опущен, да. Вот твои кулаки на лоб вышли. И если ты напряжешь трицепс, ты можешь удержать мой удар. Прижми к себе, вот прижми. О, молодец. Время.